замечательно. Это второй как бы опыт такого проведения фестиваля, это большого имеется в виду, да, потому что первый состоялся в мае у нас в Питере в А2, и были не менее замечательные исполнители: Шучу, Корбейн, Чигаков, Чистяков, Федоров, Чернецкий. Вот, и многие другие, да. И, а мы решили, ну, соответственно, потому что здесь те деньги, которые мы собрали тогда, да, но их уже нет на строительство, соответственно, арт-центра. И поэтому мы подумали, а почему нет сделать в Москве. Мы думали об этом, нужно было все-таки найти клуб, который согласится, ну, скажем так, на достаточно безвозмездный моменте сделать нам по в общем, почти бесплатно, короче говоря. Вот, неважно. Вот, и мы нашли такой Игоря танкиста танких. Вот, это очень замечательно, просто очень здорово. Вот, и, соответственно, те музыканты, которые играют, они... Не было ни одного музыканта, кто сказал, что а зачем, нужно. А все сразу говорили, да, конечно, естественно. Олега, мы тебя любим, не проблема. К сожалению, многие музыканты, которых я приглашал, вот, они не смогли по тем или иным причинам здесь выступить, да будто гастроли, записи или отдых даже, да. Но я сделаю хитро. Я в следующем году соберу тех, кто не смог, да, это и Алиса, это и Чаев, это и Браво, это Женя Гришковец, еще кого-нибудь подсоберу, да, которые не выступали. И буду, возможно, делать такие регулярные как бы мероприятия, скажем так, да, даже не столько для собирания денег. Это понятно, это сильно очень важно и нужно. А столько для того, чтобы, ну, давно мы как-то не общались, давно как-то мы с тех времен, да, рок-клубовских, Московской лаборатории, давно как-то не пересекались, скажем так, вот таким образом. Потому что, в принципе, это дело благое. То есть я делаю не для себя. Я делаю, строю арт-центр для людей, для молодежи, чтобы не пили, не курили, не кололи, занимались творчеством. Потому что у нас талантливая молодежь, и, надеюсь, будут когда-нибудь, да, будут люди не менее известные, чем сейчас люди, которые поют и играют на сцене. Но не хочется загадывать, да, конечно, хочется, чтобы он побыстрее построился, да, и существовал, и делал свою работу, скажем так, да, по продвижению молодежи, по записи для молодежи, по многим-многим другим, по проведению фестиваля, в конце концов, да, хороших, больших, классных, настоящей рок-музыки, настоящей музыки, да, вот, но я думаю, что, ну, загадывать не буду, да, строительство идет, да, естественно, все время нужны какие-то материалы, да, там, Да, здорово, здорово, спасибо, родной, спасибо. Красавец! Я же говорил. Вот, так что вот бедва, да, тоже. Ну, чем делать нечего, что сели бы, думали, репетировали, да, или поехали бы отдыхать куда-то. Вот нормальные люди, то есть вот, знаете, ну, это как бы такие вот человеческие, хорошие, добрые отношения, они стоят дороже всех денег, просто дороже всех. И поэтому, да, ну, я извиняюсь, я просто такой человек по жизни, да, и мне сложно себя как бы характеризовать, да, но мне кажется, что ко мне, ну, люди просто мне не могут отказать. Да? Вот. Кто-то, я сейчас назову, ну, по тем или иным причинам, ну, как бы, говорит, ну, мне это не то, что неинтересно, ну, как бы, не кайфово, да, допустим, Сережа Шнуров, он просто денег дал, да, Петя Мамонов, он попозже даст 20 числа, да, то есть, понимаете, не так так сяк, я люблю, ну, вот мне как-то вот, Олег, возьми. Я говорю, не надо. Нет, надо.